Друзья, привет! Это интернет-магазин «Во колесо». И сегодня я хочу показать вам вживую интересную шину, шину Мишлен. Новинку сезона 2015-2016. Сейчас, правда, уже январь 17-го и вышла 4S модель, но это тоже модель свежая, Pilot Sport 4 Мишлен. Размер 245-40-18. Pilot Sport 4. Очень быстренько я вам ее покажу, потому что... Вот-вот придет за ней человек. Обратите внимание на 4 продольные канавки, на такой весьма агрессивный гоночный рисунок. Это не елочка, но надо понимать, что вот как раз-таки эта шина, именно этот рисунок, очень хорошо ведет себя именно в таких условиях, приближенных к трековым или трековым. Индекс 97Y. У нас в группе вся информация и расшифровка есть. Я, честно говоря, чуть-чуть боюсь сейчас вам соврать, сколько килограмм и сколько максимальная скорость. Но в описании постараюсь написать. Просто времени особенно нет, поэтому быстренько вам ее главное показать вживую, показать основные моменты. Основные моменты — это Treadwear 320. Так, дальше. Шина сделана в Германии. 48-я неделя 15-го года, то есть самый-самый конец декабря 15-го года. Давайте мы ее взвесим. Так. Ага. Вот. Чтобы вот такая широкенькая, да? Надо, чтобы окошко было видно. Так, сколько же у нас получилось? 10,8 килограмм. Так, сейчас я ищу. Ага, вот цифра. 10,8. Опа, с весов она упала. Собственно, всю интересующую информацию я, наверное, вам сказал. Живую шину я вам показал. Друзья, если нужна такая же, то, безусловно, звоните, пишите, будут какие-то вопросы. И обязательно подписывайтесь на наш канал. Эти видео сделают специально для вас, и ваши все пожелания мы стараемся учитывать. Все, друзья, спасибо большое. Пока-пока.